Купальный сезон, поток отдыхающих у водоемов резко увеличился. С июня начали работу 67 пляжей. 89 человек прошли курсы спасателей, однако опасность для купающихся не уменьшается. Места для купания в регионе находятся под пристальным наблюдением. Спасательными средствами оборудовано 94,3% пляжей. Спасатели ведут работу на берегах рек и озер, дежурят каждый день. 67 пляжей у нас открыто, из которых 43 коммунальных пляжа, остальные у нас коммерческие. Кроме того, на территории области каждый день задействуется более 50 человек для рейдовых мероприятий, которые занимаются полностью рейдами, которые в запрещающих местах. Именно ходим, ищем людей и запрещаем им. Кроме того, последний момент, с этого года у нас практика началась, то, что сотрудники департамента ЧПЧС тоже у нас составляют протокола, оформляют людей, получается. Запрещаем мы. В целом, работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водоеме ведется. Тем не менее, трагичные случаи – не редкость. Это происходит по той причине, что много людей не соблюдают правила во время отдыха у водоемов, тем самым рискуя своей жизнью. На сегодняшний момент у нас по Актюбинской области зарегистрировано 8 утопающих, из них 6, получается, дети. В запрещенных местах у нас в основном. Если вот даже возьмем случай с начала купального периода, это у нас под мостом АЗФ, в запрещенном месте у нас купались. На территории земснаряда у нас купались люди, где, получается, у нас дно, мы его не изучили, мы его не знаем, это запрещенные места являются, так как там глубина большая, и никто нам подсказать не может, какое там течение. В то же время удалось спасти 7 тонущих детей. Наряду с профессиональными спасателями на помощь шли простые жители. Всего горожане спасли жизни 3 детей. Подвиг, проявивших отвагу, не остался незамеченным. На сегодняшний момент было спасено 7 человек, нашими спасателями было спасено 4 человека, и 3 человека было спасено жителями, которые увидели данный случай и спасли людей. Кроме того, усиленно работает группа добровольцев-спасателей. Многие из них несут ответственность за жизнь подростков в летних лагерях. Данная работа будет продолжаться весь купальный сезон, вплоть до наступления осени. Зарина Утбанова, Дошан Джасуланов, телеканал Актобе.